Дорогой Господь, еще раз мы просим Тебя послать Свой Дух, чтобы направить нас к истине, чтобы мы могли ясно понять проблемы, с которыми имеет дело Павел, чтобы мы не попали в ту же ловушку. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. В первых 7 стихах 4 главы Павел использует иллюстрацию своего времени, чтобы выразить свою заботу об этой церкви в Галатии. Давайте прочитаем 4 глава послания к Галатам. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и доправителям до срока отцом назначенного». Это основано на системе, существовавшей во времена Павла. Когда у богатого рабовладельца рождался ребенок, который однажды должен был унаследовать все, чем он владеет, эти богатые рабовладельцы нанимали нянек. Также королева Англии, она почти не воспитывала своих детей. Они были воспитаны разными людьми. Они были отданы под их опеку. Итак, что говорит Павел? Когда ребенок богатого рабовладельца подрастает, его помещают под опеку. Его воспитывали няни и люди, которые были учителями. И он сам должен был вести себя как раб, он должен был подчиняться тому, что ему велели делать. Он ничем не отличался от раба, хотя однажды он станет их хозяином. И сам рабовладелец выбирал дату, год, когда этот ребенок мог получить свободу. Иногда это было 15 лет, иногда 16, иногда 17. В Америке, когда тебе 18 лет, ты становишься взрослым. В те времена отец решал, когда дитя станет взрослым. И это варьировалось в течение нескольких лет у каждого ребенка. И как только наступал этот год, отец шил для своего сына особую одежду, называемую тога, а затем они устраивали большой пир. Теперь он был уже взрослый, и он уже не был под опекой этих нянек, чтобы ему указывать, что делать, а чего не делать. Итак, Павел использует эту иллюстрацию и говорит этим верующим из язычников, которые до своего обращения были язычниками. Посмотрите на стих 3. «Так и мы, доколе были в детстве, были в рабстве. Нас контролировали правила языческих религий». Вот что он имеет в виду под стихиями мира. «Мы были под законом, потому что вы все знаете, друзья, каждая нехристианская религия, каждая из них является законнической. Это спасение делами. И у каждой религии свои правила и законы. В исламе нужно молиться 5 раз в день, нужно практиковать Рамадан раз в год, надо побывать в Мекке хоть раз в жизни. Все это о том, что можно и что нельзя». И все это было верно для всех языческих религий времени Павла. Не было никакого мира, не было никакой радости, потому что ты должен был делать эти вещи, чтобы быть принятым Богом. И Павел говорит, что мы были такими, когда мы не понимали Евангелие. Но, стих 4, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, или родился под законом, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Другими словами, принести нам свободу, потому что закон Божий говорит, делай то или не делай того, иначе погибнешь. Итак, Христос пришел в этот мир, рожденный от женщины, то есть имел человеческое рождение, родился под законом, потому что мы под законом. Зачем? Стих 5. «Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Пожалуйста, помните, что до вашего обращения вы подчинялись правилам и предписаниям, в каких вы были воспитаны.
Что касается наших отношений с Богом, мы были под законом, пока не пришел Христос и не дал нам что? Свободу. Как Он освободил нас? И я рассказывала об этом, когда мы изучали в 11 часов доктрину усыновления. Здесь есть кто-нибудь, кто не был сегодня в 11 часов? Хорошо, давайте очень кратко, для тех, кто не был, сделаем обзор. Чтобы принять нас, Бог должен был сначала сделать Христа нашим представителем. И то, как Он это сделал, потому что вы видите, что жизнь, которую вы имеете, человеческая жизнь, это корпоративная жизнь Адама после грехопадения. И новозаветное слово для этой обозначения этой жизни — «биос», от которого мы имеем английское слово «биография». Жизнь Христа и Его божественная, вечная, бессмертная жизнь — это жизнь Зои. И что Бог сделал? В воплощении Он взял Зои, жизнь Христа, которую Христос положил, и Он взял совокупную, корпоративную жизнь человеческого рода биос, и Он соединил их, эти двое, в чреве Марии. Итак, Христос и мы стали одним целым. Вот почему Его назвали Эммануил, а Эммануил означает «Бог с кем?» «С нами». Иоанн говорит нам в Иоанна 1:14, «Слово, которое есть Бог, стало чем? Плотью, и жило среди нас, и мы видели Его славу, полную благодати и истины». Но этот союз Божественного с нашим корпоративным человечеством не спас нас. Это просто позволило Ему представлять нас. Он должен был сделать две вещи, чтобы спасти нас. Потому что вы знаете, что Он сам сказал Матфея, 5 глава, стих 17, «Я пришел не нарушить законы пророка, я пришел что? Исполнить или наполнить смыслом». А что говорит закон? «Повинуйся и живи, или не повинуйся, и что? Умри». И Он должен был выполнить те два требования в нашем корпоративном человечестве, которые Он принял. И в 30 лет, потому что тогда ты становишься мужчиной в Библии, в течение 30 лет от рождения до совершеннолетия Он полностью... совершенно подчинился закону, но не в своей человеческой силе, не в своей божественной силе, потому что Он не мог ее использовать. Он должен был отложить ее в сторону. Но сила Святого Духа, пожалуйста, откройте главу 4 Евангелия от Луки и посмотрите, что произошло после. Три искушения в пустыне. Помните, что основные побуждения каждого человека выражаются в 1 Иоанна 2:16. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. У всех нас разные искушения, но в самой основе они одинаковы. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И эти три искушения — просто обзор тех трех искушений, которые победил Христос. Что произошло после того, как Он победил эти три искушения сатаны? Посмотрите на стих 14, 4 главы Евангелия от Луки. «Потом Иисус вернулся в Галилею в силе кого? Духа». После Его крещения, кто повел Его в пустыню? Кто повел Его? Святой Дух. И Святой Дух дал Ему победу. И затем Он вернулся обратно в Галилею в силе кого? Духа. Итак, Он полностью... совершенно исполнил закон, но это совершенное послушание не могло отменить нашего непослушания, потому что он говорит, что душа, которая грешит, должна что? Умереть. Или ослушаешься, и ты умрешь. После того, как он полностью подчинился закону от нашего имени, он пошел на крест и встретил справедливость закона. Пожалуйста, перейдите теперь к Евреям, 2 глава. Я хочу показать вам кое-что очень важное. Евреям, 2 глава. Посмотрите на стих 9, глава 2, стих 9. «Но мы видим Иисуса, который был сделан немного ниже ангелов». Кто чуть ниже ангелов? Бог — это номер один, ангелы — номер два. Кто был создан чуть ниже ангелов? Человеческий род в Адаме. Он занял нашу позицию чуть ниже, чем ангелы. Страдание смерти увенчано славой и честью, что Он, Христос, милостью Божией вкусит смерть
За скольких людей? За каждого. Но эта смерть была корпоративной смертью. Если вы посмотрите на второе послание Коринфянам, 5 главу, стих 14, то Павел говорит нам, когда умер один, сколько умерло? Все умерли. Позвольте мне дать вам другой текст. Пожалуйста, перейдите к посланию Петру. 1 Петра, глава 2. И я хочу, чтобы вы увидели, что Петр здесь говорит. 1 Петра, глава 2. Посмотрите на стих 24. Он, это Христос, грехи наши сам вознес чем? Телом своим на древо, дабы мы, избавившись от чего? Обратите внимание, кто умер? Когда он умер, мы умерли. Чтобы, умерев для грехов, перейти к праведности, чьими ранами мы исцелились. Пожалуйста, помните, что на кресте Иисус встретил справедливость закона. Теперь, какая жизнь умерла на кресте? Зои или Биос? Биос, потому что жизнь Зои не может умереть, она бессмертна. Это наша жизнь умерла. И не на 3 дня, а на сколько? На вечно. В результате Отец забрал жизнь Зои, жизнь своего Сына, которую Христос отдал Отцу, и Он отдал ее роду человеческому во Христе. Так что, когда Христос воскрес из мертвых, род человеческий воскрес с Ним. Но не со старой жизнью Биос, а с какой? Новой. И так как Иисус – Сын Божий, и теперь мы разделяем Его жизнь, мы становимся сыновьями и дочерями кого? Бога. Так произошло усыновление. И, конечно же, это Божий дар. Усыновление завершается, когда мы принимаем нашу смерть во Христе и жизнь во Христе взамен. Возвращаемся к Галатам, 4 глава. Павел говорит о том, что Христос стал одним из нас. Он был под законом, чтобы искупить нас из-под закона, и Он искупил нас своей жизнью и смертью. Или своими делами и смертью. Он изменил наш правовой статус перед Отцом с осуждения на оправдание. Держите палец здесь, в Галатам 4 глава. Откройте теперь 5 главу послания к римлянам. Посмотрите на стих 18. Послание к римлянам, глава 5, и посмотрите на стих 18. Поэтому, и такой вывод его рассуждений, начавшийся в стихе 12. «А потому, как преступлением одного человека явился суд, или то есть приговор всем людям, вследствие чего произошло осуждение. Это наше наследство. Мы родились под осуждением. И Бог не обвиняет нас в этом. Но Бог будет обвинять вас, если вы намеренно и настойчиво отвергаете Его дар спасения во Христе. Итак, один человек принес это осуждение. Посмотрите на вторую половину 18 стиха. Так праведностью одного, скольким людям достался безвозмездный дар? Всем человекам. Что? Оправдание к жизни. Пожалуйста, обратите внимание, когда дело доходит до Адама, он не унаследовал этот дар. Когда дело доходит до Христа, это свободный что? Дар. Посмотрите на стих 17 той же главы. Стих 17. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более что получили...» Обратите внимание. «Дар должен быть получен». Получили обилие благодати, и что еще? Дар праведности. Праведность — это дар, вы этого не заслужили. Что произойдет, если вы получите дар? Будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Вот почему послание к евреям в главе 2 стихе 11 говорится нам, что мы освящены, то есть христиане, и тот, кто освящает нас, который есть Христос, все суть одно, так что Он не стыдится называть нас братьями. Итак, христиане разделяют жизнь Зои Иисуса Христа. И поскольку Иисус – Сын Божий, мы становимся сыновьями и дочерьми кого?
Бога. Это процесс усыновления, который завершается, когда мы принимаем Христа как нашего личного Спасителя. Праведность по вере означает принятие Его смерти как нашей смерти и Его воскресения как нашего воскресения, которое исповедуется крещением. Итак, Павел говорит в стихе 6, Галатам, 5 глава, вернемся обратно к Галатам, 4 глава, 6 стих, «Братья, а как вы сыны, он говорит к верующим, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче». Другими словами, теперь вы можете называть Бога «дорогой отец». Мы принимаем это как должное, но евреи очень боялись Бога, настолько, что никогда не называли Его отцом. Когда книжники переписывали Ветхий Завет и подходили к имени Бога, они должны были использовать отдельную ручку, они не могли использовать общую ручку. Ветхий Завет ученые называли масоретским в 8 веке нашей эры, добавляя гласные еврейского языка. Когда они подошли к имени Бога, они поставили гласные на одну сторону. Они боялись Бога. Дьявол убедил их, что Бог — страшный судья, готовый бросить их в огонь. Многие из наших людей имеют такой же страх перед Богом. Но Павел говорит, что нет, вы можете называть Бога «дорогой кто? Отец». И стих 7, Галатам, 4 глава. «Посему ты уже не раб, ты уже не ребенок, который находится под опекунами, нянями и прочим, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Вы знаете, что это значит, наследник Бога? Кто такой Христос? Царь царей. Кто эти цари, кого он царь? Мы, друзья. Итак, перестаньте выглядеть несчастными. Христиане должны быть самыми счастливыми людьми в мире не за того, какие они сейчас, но какими они будут, когда придет Христос. Мы будем как Он. Павел обращается к этой церкви в Галатии, выражая свой страх, свою озабоченность. Вот почему он написал это письмо. «Но тогда, не знав Бога», это он говорит о язычниках, «но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в сущности не боги». Эти язычники, они поклонялись всем этим вещам, солнцу, они поклонялись земле. Это всевозможные таинственные религии. Эти боги — очень интересная вещь. Любая другая религия, кроме христианства, в любой другой религии их боги всегда там, наверху. Они никогда не спускаются, чтобы помочь вам. Вы должны достичь их своими собственными усилиями, будучи хорошими, своими жертвами. Единственный Бог, который спустился сюда, где мы находимся, на наш уровень и спас нас, это Бог Небес, которым мы поклоняемся, Иисус Христос. И в этом разница между христианством и любой другой нехристианской религией. В исламе, даже когда вы попадаете в рай, вы не можете увидеть Аллаха. Он настолько выше вас, что у вас нет возможности его увидеть. Но когда мы отправимся на небеса, мы будем соединены с кем? С Христом. Римлянам 8, 16 и 17. Итак, Павел говорит, что когда вы поклоняетесь этим языческим богам, вы были как тот ребенок в соответствии с правилами, положениями. Но стих 9. «Ныне же, познав Бога, или лучше будучи познанными Богом, после того, как вы приняли Бога, и Бог принял вас в Своем Сыне, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедственным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?» Я хочу, чтобы у вас возник вопрос, который я хочу вам объяснить. Скажем, вы ребенок богатого рабовладельца во времена Павла. И вами управляли няни и надзиратели, которые правили вами железным прутом. И вы ничем не отличались от раба. Затем настал день вашего освобождения. Название праздника, который устраивал отец, эквивалент английскому слову «liberated». Теперь ты сам хозяин. Ты можешь делать то же самое с рабами. Ты был под их началом, теперь ты можешь ими командовать.
Хотели бы вы вернуться в старые времена? Вы будете глупыми, если это сделаете. На днях я был в гостях у семьи. Их дочери было 3 года. Я спросил ее, сколько тебе лет? Это был для нее день рождения. Она не разговаривала со мной, она сделала вот так. Что значит мне 3 года? Я сказал, действительно, на следующий день тебе уже не будет столько же, не так ли? Она рассердилась. Нет, сказала она, теперь она заговорила. Мне будет столько же. Но вы знаете, что мы, люди, не любим унижаться. Мы всегда хотим подняться вверх и вверх. И это наша природа. Пожалуйста, помните, что это наша человеческая природа. Павел говорит, что любой, кто поднялся до высокого положения, но хочет спуститься, с ним что-то не так. Когда я впервые пришел в церковь как пастор, старший пресвитер, был старейшиной в течение 20 лет, для меня это слишком долго. Мы стали друзьями, я сказал ему, вам нужно отдать эту должность более молодому человеку. Вы знаете, что он сказал мне? Я всегда хотел это сделать. Но что подумают люди, если я уйду в отставку? Вот что он сказал. Что подумают люди, если я уйду? Я сказал, не обращайте внимания на людей. Делайте то, что хорошо для церкви. И мне повезло. В следующем году Pacific Press приехал из Калифорнии в Нампа. А на следующий год церковь выбрала пастора, редактора газеты Pacific Press, который богословский был выше пресвитера, чтобы стать главным пресвитером. Его звали Рассел Холт. Он все еще работает в Pacific Press и отвечает за английский отдел. И этот человек был счастлив уйти в отставку, потому что теперь они не будут ничего говорить о нем, потому что он позволил более обученному человеку занять свое место. И так он был вполне счастлив. Но мы не любим ходить в отставку. Я еще не так много прожил, но я еще не видел молодого пастора, который проходит мимо большой церкви, чтобы пойти служить в маленькую церковь. В нашей церкви все пасторы получают одинаковую зарплату. Но в другой деноминации, чем больше церковь, тем больше у вас зарплата. И никто не хочет идти служить в такие церкви. Итак, пожалуйста, помните, Павел говорит, что с вами, ребята? Я пришел и дал вам Евангелие, я дал вам свободу во Христе, я дал вам надежду на спасение, и теперь вы хотите вернуться к тому, что можно и чего нельзя делать? Посмотрите на стих 10. Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Это то, что действующие христиане говорили этим христианам-язычникам. Мало верить во Христа. Нужно быть обрезанным. Нужно устраивать праздники. Павел говорит в других местах, что в этом нет ничего плохого. Но пока вы используете это требование для спасения, вот тогда это неправильно. Если вы, евреи, христиане, хотите соблюдать праздничные дни, это зависит от вас. Но, пожалуйста, не навязывайте это язычникам как требование для спасения. Это ересь. Затем он говорит в стихе 11. «Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Я провел здесь много времени, обращая вас ко Христу. Вы радовались. А теперь вы возвращаетесь к законничеству». Посмотрите на стих 12. «Прошу вас, братья, будьте как я, потому что я как вы». «Вы ничем не обидели меня». Это сложное утверждение. Позвольте мне объяснить, что Павел говорит. Есть еще одно место, где он говорит, что я все для всех людей, чтобы они могли быть какими. Во времена Павла евреи никогда не ели с язычниками. Во времена Павла в обществе они никогда не смешивались, потому что евреи всегда считали себя выше язычников. Но Павел был готов уйти в отставку, так бы сказать, и есть с ними, жить с ними, чтобы он мог приобрести некоторых для Христа. Теперь он говорит, «Я хочу, чтобы вы стали, как я, чадом Божьим, оправданным верой во Христа». Посмотрите на стих 13. «Знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз,
Но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. У Павла была физическая проблема. Это были его глаза. Я не имею в виду, что он утратил зрение. Они были полны гноя. Павел выглядел ужасно со всем этим гноем. Я помню, в Африке мы видели таких детей с той же проблемой. Все мухи слетались и садились на эти глаза. Мы хотели избавиться от них, но они так устали, что не могли сидеть спокойно. Слишком много энергии, чтобы прогнать их, потому что они были голодны. Итак, Павел говорит: «Вы были настолько признательны за Евангелие, которое я принес вам, что вы были готовы», стих 15, «если бы возможно было, вы исторгли очи свои и отдали мне». Стих 15. «Как вы были блаженны, свидетельствуя вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Другими словами, я жесток к вам, друзья? Что, я теперь я вам враг? Нет, нет. Потому что я хочу, чтобы вы вернулись ко Христу. Потому что если вы все еще остаетесь в рабстве законничества, вы будете потеряны. Посмотрите стих 17. Они, это иудействующие, ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. И это вот то место, где законник отличается от истинного проповедника Евангелия. Законник хочет, чтобы люди следовали за ним или за ней. Тогда как истинный евангелист хочет, чтобы люди следовали за Иисусом Христом, а не за ним. Павел говорит в стихе 18. «Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас». В Римлянам 9 главе Павел говорит, что иудеи, он знал их наизнанку, иудеи имеют ревность по Боге, но не по разумению. Итак, Павел говорит, что да, хорошо иметь ревность, но вы должны иметь ревность о Боге в правильном смысле. Позвольте мне привести вам пример. Держите палец здесь. Теперь перейдите к Титу, маленькой книге, после послания к Тимофею, после второго послания к Тимофею. Книга послания к Титу. Мы начнем с стиха 11. Тита, глава 2, стих 11. «Ибо явилась благодать Божья спасительная, прошедшее время, скольким человеком? Для всех человеков. Пожалуйста, обратите внимание, что Евангелие — это благая весть для всего человечества». Стих 12. «Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Стих 13. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Обратите внимание, что Павел называет Иисуса нашим великим Богом, защищая его божественность. Затем стих 14. «Который, это Иисус Христос, великий Бог, дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный». Какой? Ревностный. Для чего? К добрым делам. Это означает, на самом деле, на них добрые дела не являются условием для спасения, потому что ими управляет любовь к Богу. Они хотят делать добрые дела. Их желания изменились. Это не я должен это делать, но я хочу это делать. И это то, что Павел говорит в стихе 18. Теперь посмотрите на стих 19, Галатам 4 глава. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Он сравнивает рождение ребенка со своим опытом. «Я страдал. Я страдал от боли и дискомфорта, пока Христос не сформировал вас. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой,
Это потому, что он говорит сильными словами, потому что я в недоумении о вас. Я беспокоюсь о вас. И теперь этот раздел. Теперь мы подошли к очень важному разделу, глава 4, стих 21. «Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, это Агарь, а другого от свободной, Сара, это его жена, но который от рабы, тот рожден по плоти, это человеческие усилия, а который от свободной, то по обетованию. Авраам не мог произвести на свет Исаака, потому что Исаак родился, когда Саре было 90 лет. Она вышла из детородного возраста. Это был чудо-ребенок на основе обетования. Стих 24. «В этом есть иносказание». Это два завета. Он использует этих двух сыновей, чтобы символизировать что? Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен. Он матерь всем нам. Позвольте мне объяснить вам ситуацию. В Новом Завете слово «завет» происходит от двух разных слов или двух разных направлений. Во-первых, слово «завет» означает волю и обетование, сделав с помощью одного благословением другого. Бог пришел к Аврааму и дал ему обетование. Это завет Бога. Один из твоих потомков будет Мессией и спасителем всех людей. Другое слово «завет» эквивалентно нашему английскому слову «контракт» — соглашение между двумя сторонами. Бог дал закон на горе Синай, и евреи сказали, «Все, что ты сказал, мы будем делать, а взамен ты дашь нам небо». Это соглашение между двумя сторонами, это договор. И Павел говорит, что эти два сына Авраама представляют собой два противоположных метода спасения. Измаил родился по плоти. Это означает, что он родился в результате человеческих усилий. И я хочу, чтобы вы представили себе картину. Бог приходит к Аврааму в возрасте 75 лет. Вы найдете в Бытие 12:4. И Бог сказал Аврааму, «Покинь свою страну, оставь свой народ, потому что были идолопоклонниками, и пойди в землю, которую я дам тебе, и я произведу от тебя великий народ». Сколько детей было у Авраама в то время? Ни одного. И так Бог обещал ему сына. Послушался ли Авраам Бога? Я хочу, чтобы вы поставили себя на его место. Движущиеся в фургоны. В те дни были верблюдами. Он упаковывает своих верблюдов. Его соседи видят это, как он упаковывает вещи, и они говорят ему, «Ты уезжаешь?» «Да». «Ты едешь в отпуск?» Он говорит, «Нет». «Куда ты идешь?» «Я не знаю». «Ты не знаешь?» «Надолго?» «Я не знаю». «Я иду туда, куда меня посылает Бог». Но вы представляете, о чем подумали люди? «Да этот же парень сошел с ума». Если он это сделает, я не выдумываю. Держите палец здесь, позвольте мне дать вам текст евреям. Глава 11. Посмотрите стих 8. Евреям 11 глава. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». На миссионерском поле, когда кто-то призывается на миссию, они пишут конференцию и спрашивают, скажите, есть ли там электричество? Есть ли там все удобства для жизни? Однажды я был на стажировке в университете Эндрюса, и одну семью призвали в больницу Канду в Кении, где родился мой сын.
Они слышали, что я приехал из Кении. Они пригласили меня на ужин, и женщина задала мне один вопрос. Она сказала: «Есть ли змеи в больнице Кенду?» И я сказал: «Ребята, я скажу вам правду. В больнице есть кобры, плюющиеся зеленым и черным, дворники габуны и питоны». И я сказал ей: «Ты знаешь, сестра, там есть змеи. Но я хочу, чтобы ты знала кое-что. Много лет там была открыта больница, но ни один человек не умер от укуса змеи в этой области, в той больнице». Я подумал, что это убедит ее. Но она повернула к своему мужу и сказала: «Это первый раз, что нам лучше отказаться от этого призыва». Это была ее реакция. Где наша вера, друзья? Должна быть во Христе. Пожалуйста, помните, что у Авраама не было детей, когда Бог призвал его. Но он ждал обещанного сына. Он ждал один год, он ждал два года, он ждал три года, он ждал пять лет, он ждал восемь лет, а сына нет. Как бы вы себя чувствовали, если бы у вас были проблемы? Он начал сомневаться в обетовании Бога. И в Бытие 15 глава Бог приходит к нему и говорит: «Авраам, почему ты сомневаешься в моем обетовании?» И я могу себе представить, как Авраам сказал: «Боже, человеку нужно 9 месяцев. Сколько времени это займет у тебя?» Я могу представить, как он говорит: «Ты создал этот мир за 6 дней, и вот я ждал все эти годы. Когда же появится сын? Вот сын моего раба, который принадлежит моему дому». Этот раб Элиезер, его сын, обещанный сын? Бог сказал: «Нет. Сын, которого я обещаю тебе, выйдет из твоих чресел». Он вывел его на прогулку и показал ему все звезды и сказал: «Сосчитай их». Вы знаете, что сказал Авраам? «Слишком много, я не могу их сосчитать». И Бог сказал: «Именно столько будет у тебя детей». Мне нравится стих 6, Бытие 15 глава. Авраам поверил Богу, и это защищено ему во что? В праведность. Бог восстановил его веру. И так он идет домой и говорит: «Сара, знаешь что? У нас все еще будет сын». Я могу представить, как она говорит: «Когда увижу, поверю». Но она была готова ждать. Они ждали еще один год, они ждали еще два года. 10 лет с тех пор, как было дано обетование. Ему сейчас 85, они оба стареют. И Сара приходит к нему и говорит: «Ты знаешь, Бог два года назад обещал тебе сына из твоих чресел, но он не упомянул обо мне. У меня такое чувство, что Бог не в состоянии дать твоего сына через меня. Я думаю, что Богу нужна твоя помощь. Поэтому у меня есть предложение. Войди к моей рабыне Агаре и, пожалуйста, помоги Богу сдержать его обетование». Ну и как хороший муж он повиновался и произвел на свет кого? Измаила. И он сказал Богу: «Ты обещал мне сына, и я помог тебе произвести его». Это извращение Евангелия Галатов. Я плюс кто? Христос. Вы знаете, что Бог сказал Аврааму? Ничего не делать. Это не обещанный сын. Вы знаете, сколько еще Бог ждал? Еще 13 или 14 лет, прежде чем он дал Аврааму Исаака. Он ждал, пока все человеческие ресурсы не будут исчерпаны. Он ждал, пока с медицинской точки зрения, по-человечески говоря, для Сары стало невозможно иметь ребенка. Она прошла детородный возраст. И Бог сказал Аврааму: «Ты веришь, что я все еще могу дать тебе сына?» И что Авраам сказал, да или нет? Да. Пожалуйста, держите палец здесь, откройте 4 главу послания к римлянам. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на очень важное утверждение Павла об Аврааме. 4 глава послания к римлянам. И мы начнем с 16 стиха. «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама,
который есть Отец скольким людям? Всем нам. Теперь посмотрите на стих 17, как написано, он цитирует Ветхий Завет. «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие». Стих 18. «Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое». Итак, если у вас есть вера Авраама, вы его дитя. Теперь стих 19. «И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему во что? В праведность». Итак, вот у Авраама два сына. Один в результате человеческих усилий, а другой в результате веры в обетование Божье. Один Измаил, другой Исаак. Итак, вернемся к 4 главе. Павел говорит, что Измаил и его мать, конечно же, представляют Ветхий Завет. Теперь слово «Ветхий Завет» — это договор. Ветхий Завет имеет два применения. У него есть историческое применение, и у него есть теологическое применение. Исторически Ветхий Завет представляет собой от Моисея до Христа, когда Бог дал закон, и люди сказали: «Все, что сказал, исполним». В послании к евреям в главе 8 говорится, что поскольку этот завет не состоялся, Бог заставил их вступить в новый завет, который является спасением Иисуса Христа по благодати. Но теологически Ветхий Завет — это любой, неважно, где вы живете, в какое время, от Адама до последнего человека, это тот, который пытается спастись человеческими усилиями. Каждый раз, когда вы обещаете Богу быть хорошим, чтобы мог принять вас, вы вступаете в Ветхий Завет. Итак, мы не должны ограничивать Ветхий Завет только периодом времени, тогда как он имеет теологическое применение. И здесь Павел использует два завета. Два завета, старый и новый, теологически. Потому что он пишет людям спустя долгое время после того, как Христос ушел на небеса. И что это за два завета? Один символизирует спасение человеческими усилиями, которым является Измаил, а другой — спасение по благодати через веру Иисуса Христа. Эти два завета абсолютно противоположны. Они никогда не могут сочетаться браком, соединиться, они не могут быть синтезированы. Это либо одно, либо что? Другое. Вы можете принадлежать Измаилу или к Исааку. Вы можете принадлежать либо к Ветхому Завету, либо к Новому Завету, но вы не можете иметь и то, и другое. Вы должны помнить об этом. Потому что он говорит нам, Измаил представляет гору Синай, где евреи дали обещание, которое приводит в рабство. А стих 26. «А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам». А потом он цитирует Ветхий Завет в стихе 27. «Ибо написано, «Возвеселись, неплодная, нерождающая! Воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более, нежели у имеющей мужа». Что он говорит здесь? «Вы пытались произвести праведность. Вы потерпели неудачу. Вы бесплодны, когда дело доходит до производства праведности. Затем вы нашли Новый Завет и приняли Иисуса как своего Спасителя». Теперь вы можете кричать от радости, потому что вы перешли от смерти к чему? К жизни, от осуждения к оправданию. А теперь стих 28, очень важный. «Мы, братья, дети обетования по Исааку. Мы не принадлежим Измаилу. Если вы вернетесь к закону, вы будете принадлежать к Измаилу. Но, пожалуйста, помните, что я принес вам. Мы, братья, дети обетования по Исааку». Обетование кого?
Божьего обетования, данного кому? Аврааму. В твоем семени, единственное число, благословятся все народы мира. Но теперь идет очень важная истина, стих 29. «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Позвольте мне сказать это вам так. Исаак родился через 13-14 лет после Измаила. Итак, сколько лет было Измаилу, когда родился Исаак? Он был подростком. 13-14 лет. Он был номер один в семье в детстве. А потом рождается Исаак. И он должен был занять роль второй скрипки. И что делает Измаил? Он идет в комнату Исаака, где лежит этот маленький ребенок, и он говорит этому маленькому ребенку: «Зачем ты родился? Я был номер один, а теперь пришел ты, и я никто. Я ненавижу тебя». И он начал впиваться пальцами в Исаака. И угадайте, что? Тут вошла Сара и увидела, что происходит. Я не выдумываю. Если вы прочтете историю Авраама, этот случай вы найдете в Библии. Позвольте мне посмотреть. Может быть, я смогу найти это в Бытие, 21 глава, я думаю, стих 10, где-то так. Пожалуйста, держите палец на Галатам. Перейдем к Бытие, 21 глава. Давайте посмотрим на это. Бытие, 21 глава. Павел использует это. Он пишет этим парням, которые вернулись к законничеству, к иудаизму. Глава 21. Мы начнем с 8 стиха. «Дитя выросло, это Исаак, и отнято от груди. И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, это Измаил, которого она родила Аврааму, насмехается и сказала Аврааму: «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком». Другими словами, пожалуйста, избавься от этого парня, от Измаила. Он не будет делить привилегии моего сына Исаака. Когда Сара сказала Аврааму: «Почему бы тебе не помочь Богу? Войди к Агаре и помоги Богу родить сына». Почему он не обратился к Богу и не сказал: «Боже, это твоя воля?» Нет упоминания об этом, что Авраам спрашивал Бога, какова его воля. А теперь послушайте, что случилось. Что сделал Авраам, когда они поссорились с его женой Сарой? Вы знаете, что он сказал Саре? «Тебе очень легко говорить, избавься от Измаила, но не забывай, что он мой сын». Они должны были сделать то, что должны были сделать еще в начале. Они пошли к Богу, и что сказал им Бог? Вы знаете, что им сказал Бог? «Я должен держать свой палец в Бытие», 21 глава. Послушайте, что сказал Бог Аврааму. Потому что это интересно. Бытие, 21 глава. Стих 12, стих 11. «И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму: „Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя“». Я могу представить себе, что чувствовал Авраам, будет чувствовать Авраам, когда он отправится на небеса и обнаружит, какой беспорядок он сделал на Ближнем Востоке. Кто потомки Измаила? Арабы. А кто потомки Исаака? Иудеи. И эти двое не могут жить вместе.
Если вы пойдете в Иерусалим, пойдете к куполу скалы, которая является мусульманской мечетью, которая стоит на том самом месте, где был храм Бога, это называется куполом скалы. Если вы спуститесь в подвал, прямо под куполом, вы увидите большой камень, 12 футов в длину, примерно 4 фута в ширину. Вы знаете, что арабы верят, что Авраам принес Исмаила в жертву на этой скале? А иудеи верят, что он принес Исаака в жертву. Две религии, которые никогда не смогут слиться воедино. И то, что говорит Павел, то же самое и с законничеством, представленным Исмаилом, и Евангелием, представленным Исааком. Итак, пожалуйста, не пытайтесь поженить эти две религии. Частично Христос, частично вы. Пожалуйста, давайте перейдем к 4 главе послания к Галатам, посмотрим, что происходит, что здесь говорит Павел. Я снова прочитаю стих 29, глава 4 Галатам. «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Другими словами, законники, которые верят в спасение делами, и люди, которые спасены верой Иисуса Христа, никогда не могут быть друзьями. Скажите мне, как мусульмане относятся к христианам? Как они нас называют? Неверные. Мы должны быть уничтожены. Видите ли, в конце истории этого мира человеческий род разделится только на два лагеря. Верующие и неверующие. Овцы и кто? Козлы. Когда Бог снимет с нас свою защиту во время скорби, сатана объединит все религии, основанные на спасении делами, включая некоторых христиан, которые верят в спасение делами, хоть отчасти он их объединит против Божьего народа остатка. Слово «остаток» не означает конец рулона ткани. Это очень плохой пример. Слово «остаток» в Библии означает «верных». Те, кто отказывается отречься от своего Бога, несмотря на преследование или даже отступничество. Позвольте мне привести несколько примеров. Пожалуйста, вернитесь к посланию Римлянам. Римлянам, 9 глава. Это один из хороших примеров. Римлянам, 9 глава. И в стихе 27, Римлянам, 9 глава, стих 27. А Исаия провозглашает об Израиле. «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, кто спасется? Только остаток спасется». Здесь слово «остаток» означает «верные». Посмотрите на главу 11. Глава 11 немного больше помогает это понять. Это опыт Илии. То, что Павел имеет дело с 11 главой, это если у отдельного живущего сегодня иудея, есть ли у него надежда на спасение. Я не говорю о нации, но есть ли у человека еще надежда на спасение? Послушайте, что говорит Павел, глава 11, стих 1. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг свой народ? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениамина, не отверг Бог народа своего, который наперед знал». Или не знаете, что говорит Писание, повествование об Илии, как он жалуется Богу на Израиле, говоря, «Господи, пророка твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Послушайте ответ Бога на мольбу Илии, стих 4. Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени пред Ваалом». Стих 5. «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Другими словами, не все евреи отвергли Христа.
На протяжении всей истории были отдельные евреи, которые приняли Христа как своего Спасителя и спаслись по благодати. Таким образом, слово «остаток» не относится к последнему рулону ткани. Оно относится к верным. И в конце времен произойдет что-то ужасное. Мы столкнемся с трудностями, которых никогда не было ни в одном предыдущем поколении. И Даниила, 12 глава, говорит об этом. Когда встанет Михаил, время благодати закончится, наступит время скорби, которого не испытывало ни одно другое поколение. Иеремия 34:7 говорит то же самое, что беда настолько велика, и он называет это бедственное время Иакова. Нет ничего подобного этому. В чем проблема? Что делает это время скорби настолько большим, что никто в прошлом, мученики третьего века, христиане при коммунизме, что же это будет такое? Исаия, евангельский пророк Ветхого Завета. Обратитесь к Исаии, глава 54. Послушайте, в чем будет проблема? Почему вам нужна непоколебимая вера? И вот это, 54 глава пророка Исаии. Начнем с 5 стиха до 8 стиха. «Ибо твой Творец есть супруг твой». Согласно Новому Завету, кто наш Творец? Наш Создатель, Иисус Христос. И все было создано, Иоанна 1:3. «Господь Саваоф, имя Его, и Искупитель твой, Святой Израилев». Он Создатель, Он Муж, Он Искупитель. Богом всей земли назовется Он. Богом всей земли назовется Он. Теперь стих 6. «Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебе Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой». Вам нужно понимать культуру тех дней. Когда мужчина женился во времена Исаии, сегодня в Африке то же самое, мужчина должен был заплатить родителям приданное за жену. Они называют это выкупом за невесту. Если мужчине после женитьбы на их дочери, он не нравится ей, он отправляет ее обратно к родителям. И согласно их культуре, родители должны вернуть деньги. Они не хотят. И так они говорят, мол, прости, ты теперь его, а не наша, вернись к нему. А он говорит, и ты мне не нужна. Итак, она осталась брошенной на произвол судьбы. Ее бросили родители, ее бросил муж. И очень часто эти женщины, чтобы выжить, становились проститутками. Для них не было работы. И не было никаких пособий в те дни для них. Исаия использует эту иллюстрацию и сравнивает ее с нами во время скорби. Давайте продолжим. Посмотрите стих 7. «На малое время я», это относится ко Христу, «оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь». Вы знаете кого-нибудь, кто чувствовал, что он был оставлен Богом? Он прочувствовал весь гнев Божий. Иисус Христос на кресте. Вы помните? Матфея, 27 глава, стих 46. Он кричит, «Отец, Отец, почему ты оставил меня?» Потому что он зависел от Отца, чтобы воскресить его. А Отец не отвечал. И пока он висел там и чувствовал себя покинутым Богом, дьявол трижды приходил к нему через человеческих агентов. И вы найдете это в Луки, 23 глава, с 35 по 39 стихи. Одно и то же искушение от трех разных групп. Позвольте мне прочитать это вам. Обратитесь к Луки, глава 23, потому что нам придется испытать то же самое. Луки, 23 глава, стих 35. Луки, 23, 35.
И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, то есть правители их церкви иудеи, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Вы можете себе представить? Они не видят истинной миссии Христа. Затем мы переходим к следующему стиху, стиху 36. «Воины», это римские воины, «ругались над ним, и, подходя и поднося ему уксус, и говоря, «Если ты, царь иудейский, спаси кого? Себя самого». А затем мы переходим к 39 стиху. «Один из повешенных злодеев, двое были распяты вместе с Христом, злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и кого? Нас». Мог ли Христос спасти себя и нас одновременно? Нет, это была проблема. Он должен был сделать выбор. Либо я приму вечную смерть, чтобы они могли жить на моем месте, ибо я сойду и спасу себя, и позволю человеческому роду погибнуть. Завтра утром мы будем разбираться с этим вопросом, что он избрал. Но я хотел бы добавить одну вещь здесь. Сколько людей было распято вместе со Христом? Не во Христе, потому что в нем погиб весь человеческий род, а рядом. Два преступника. Попадет ли один в рай, а другой? Нет. Вы знаете, что эти два преступника представляют человеческую расу, человеческий род. Человек посередине умирал за них обоих. Дар спасения был для них обоих. Разница в том, что один принял это, а другой нет. И оба, я думаю, были осуждаемы Святым Духом. Итак, друзья, Бог вас спас не потому, что вы такие молодцы. Все согрешили. Сколько? Все согрешили. И сколько лишены славы Божьей? Все. Но Бог искупил вас. Вы оправданы через искупление в ком? Во Христе. Мяч в ваших воротах. Принимаем мы это или нет? Итак, давайте вернемся и посмотрим, что Павел говорит в 4 главе послания к Галатам. Как он заканчивает эту главу. В стихе 28 он говорит верующим в Галатии. «Мы, братья, дети, каким образом? Обетованию по Исааку». Чье обещание? Божье обещание. Они дети обетования, потому что они приняли Евангелие, когда Павел проповедовал им. Итак, стих 28 главы 4 говорит, «Мы, братья, дети обетования по Исааку». Но тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Позвольте мне сказать так. Каждый новообращенный, рожденный свыше христианин, имеет две природы. Это плоть и дух. И угадайте, что эти двое враги. Плоть против духа и дух против плоти. Это можно найти в Галатам, 5 глава, стих 16-17, который я объясню более подробно завтра. И, пожалуйста, обратите внимание, что Павел говорит. «Ходите в духе, и вы не будете исполнять желания чего? Плоти». Другими словами, вы не можете победить свою плоть, свою греховную природу. Может ли дух сделать это? Да, он может это сделать. Потому что эти две природы являются врагами. Стих 30. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Пожалуйста, не сочувствуйте своей греховной природе. Даже если вам это нравилось до вашего обращения. Послание Иуды, 23 стих говорит, «Когда мы столкнемся, когда мы подойдем к концу времени, мы будем истинными христианами, которые будут ненавидеть даже одежду, которая запятнана плотью». Пожалуйста, не давайте плоти то, что она хочет.
потому что дьявол будет использовать вашу плоть, чтобы в конечном итоге отвести вас от Христа. Мы находимся в большой борьбе между плотью и духом. Стих 31. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Пожалуйста, имейте это в виду, потому что я хочу дать вам заключение, насколько силен Дух Божий, который живет в вас. Обратитесь к Римлянам, глава 8. В послании к Римлянам, 7 глава, стихи с 14 по 25, Павел объясняет борьбу каждого христианина. Вы имеете обращенный ум. Вы наслаждаетесь законом Божьим во внутреннем человеке, но в членах ваших есть другой закон, который воюет против вашего ума и заставляет вас делать то, чего вы не хотите делать. Первое, что вы должны заметить, Римлянам, 8 глава, стих 1. Итак, теперь нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Вторая часть этого стиха отсутствует в большинстве рукописей. И считается, что она была добавлена писцом позже. Все, что писал Павел, это то, что теперь нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Почему нет осуждения? Несмотря на нашу неудачу, почему? Вот причина. Посмотрите на стих 17 и стих 20, 7 главы послания к Римлянам. Но теперь, это потому что, несмотря на мою неудачу, но теперь уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Грех, живущий где? Итак, кто виновен? Не я. Я избрал, я решил жить для Христа. Но у меня есть природа, которая не способна делать то, что Бог хочет, чтобы я делал в себе и от себя. Посмотрите стих 20. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но грех, живущий где? Во мне». Вы решили поступать правильно, но плоть заставляет вас поступать неправильно. Кто виноват? Не вы, а тот, кто живет где? В вас. Грех, который живет в вас. В чем благая весть? Посмотрите к Римлянам, 8 глава, стих 2. «Потому что закон Духа жизни в ком? Во Христе Иисусе освободил меня». Какое время глагола? Прошедшее, настоящее или будущее? Прошедшее время. «Освободил меня от чего?» От закона, греха и смерти. Это во Христе. Мы уже освободились от закона греха. И это в ком? Во Христе. Как? Посмотрите на стих 3. То, что этот закон, то есть здесь и заповедей, или Тора, не мог сделать, потому что он был слаб через плоть. Закон Божий может требовать праведности, но не может ее произвести в вас. Он может только требовать. Что закон не мог сделать из-за слабости плоти? Бог сделал, послал своего Сына в подобие грешной плоти или по причине греха, единственное число, и осудил грех где? Во плоти. Он говорит здесь не о вашем поведении. Он говорит о законе греха, который вызывает проблему. Это грех, который живет где? Во мне. И поскольку он победил закон греха, стих 4, чтобы праведные требования закона исполнились в нас, живущих не по плоти, но как? По духу. Но я хочу обратиться еще к одному стиху. Еще пару стихов. Посмотрите стих 11, Римлянам 8 глава, стих 11. «Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Что убило Христа на кресте? Потому что смерть на кресте занимает от 3 до 6 дней или даже 7 дней. Христос умер в течение 6 часов. Чей грех убил Иисуса? Мой. И больше, чем это. Весь человеческий род, все грехи всего человеческого рода,
от Адама до последнего человека были возложены на кого? На Христа. И когда грех убивает, он убивает человека. Какое время? Навсегда. Возмездие за грех, прощание с жизнью навсегда. Но знаете ли вы, друзья, наши грехи, накопленные грехи рода человеческого, не могли удержать Христа в могиле. Святой Дух воскресил его. Он оставил наши грехи в могиле, и Святой Дух воскресил его. И этот же самый Дух, смотрите на стихи 11 и 12. Тот же Дух теперь живет где? В нас. Стих 12. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Потому что если вы делаете это, в конечном итоге Он отведет вас от Христа, и вы погибнете. Это то, что Он говорит в стихе 13, стих 14. «Ибо все, водимые Духом Божьим, кто? Суть Сыны Божьи». И затем Он продолжает. «Потому что вы не приняли духа рабства, что опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Дорогие друзья, у нас есть сила. Это наша сила, это сила Божья, которая может победить плоть в любой форме. Каждое существо. Но тогда вы скажете, почему она не делает это сегодня? Есть много причин. Одна из главных причин, почему она этого не делает, заключается в том, что мы не уверены в победе. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду под этим. Когда я впервые приехал в Валавала, в Айдахо, Нампа, одна женщина подошла мне и сказала, я посещаю эту церковь в течение 5 лет. Меня привели евангелизационные усилия, но они не крестили меня. Я сказала, почему? Она сказала, потому что я не смогла бросить курить. Она боролась. Она сказала мне, она в своем сердце отказалась от этого. Она изо всех сил старалась отказаться от этого разными способами. Она попробовала 5-дневную программу отказа от курения, но ей не удалось. Она попробовала химическое вещество под названием Бентрон, которое должно было отбить желание курить, но это не помогло. Она сказала мне, что когда она идет в бакалейную лавку, чтобы купить еды для семьи, и она подходит к прилавку, а на прилавке вся полка будет с сигаретами, она сказала, моя рука автоматически берет пачку и ложит ее на кассу. И не успела я дойти до машины, одна сигарета уже у меня во рту. Я ненавижу себя за это. И так она сказала мне, пожалуйста, пастор, вы можете попросить Бога дать мне победу над этой привычкой? Я спросил ее, зачем вам победа? Она сказала, потому что я хочу креститься. Я сказал, почему вы хотите креститься? Она сказала, потому что я хочу спастись. И вот, она 5 лет ходит в церковь, и не имеет надежды на спасение, потому что церковь отказалась ее крестить. Я сказала этой женщине, вам не нужны мои молитвы, вам нужна помощь. Вам нужно изучение Библии. Поэтому я сидел с ней в течение 3 месяца, шаг за шагом, и показывал ей, что Бог смотрит на ее сердце. Она уже бросила курить в душе, но курение не бросило ее. Вот в чем проблема. Но вы сдались. Вот почему вы ненавидите себя каждый раз, когда кладете сигарету в рот. Бог смотрит на ваше сердце. И, кстати, вы уже крещены Духом. Не пастырем. А чем? Духом. 1 Коринфянам 12:13. В тело Христово. И вдруг до нее дошло, что небеса уже принадлежат ей. Теперь, сказал я, теперь, когда вы радуетесь во Христе и не беспокоитесь о своем спасении, давайте теперь разберемся с вашей проблемой курения. Почему бы вам не попробовать после молитвы? Мы договорились провести выходные, и она, я и ее муж, он был наполовину обращенным. Мы провели пятницу, субботу и воскресенье в посте и молитве. В понедельник она звонит мне, и она сказала, угадайте что, желание пропало. Могу ли я креститься в следующую субботу? Я сказал, я был бы счастлив сделать это, но проблема в том, что наши члены могут быть не уверены, что вы бросили эту привычку.
Почему бы вам не подождать? Потому что не имеет значения, как долго мы будем ждать. Даже если вы умрете, небеса уже ваши. Она согласилась, и мы ждали 3 месяца. Она не выкурила ни одной сигареты. Теперь она была в безопасности для победы. Если вы зависите от того, что Святой Дух делает вас для уверенности в спасении, Он никогда не даст вам ее. Вы знаете почему? Потому что нигде в Библии мы не находим, что Святой Дух является соискупителем. У нас есть только один Искупитель — Иисус Христос. И Он уже искупил весь мир, не только вас. Посмотрите на второе послание Коринфянам. Посмотрите на второе послание Коринфянам, пожалуйста, 5 глава, где Павел объясняет эту благую весть Евангелия этим коринфянам, которые борются. Пожалуйста, обратите внимание. Я собираюсь прочитать 2 отрывка, но прежде всего 5 главу 2 послания Коринфянам. Оба находятся во 2 послании Коринфянам, но я хочу сначала посмотреть 5 главу. Глава 5 2 послания Коринфянам, стих 18. После объяснения Евангелия, это то, что он говорит в стихе 18, «Все же от кого? От Бога, Иисусом Христом, примирившего нас в прошедшее время с Собою, и дал нам служение примирения». Теперь, кто такие «нас», которые являются дважды в этом стихе? Он примирил нас с Собою через Иисуса Христа и дал нам служение примирения. Кто такие мы? Нечеловеческий род, верующие, пережившие это примирение. Посмотрите стих 19. Поэтому это наше служение, это служение христиан миру. Поэтому, что Бог во Христе примирил с Собою кого? Мир, человеческий род с Собой, не вменяя преступлений их, то есть человеческому роду, и дал нам, христианам, слово примирения. Потому что люди убегают от Бога, они боятся Его. Дьявол нарисовал негативную картину о Боге. Единственные люди, которые знают, что Бог примирил нас, это христиане. Я надеюсь, что мы знаем это. В стихе 20 Павел говорит, «Итак мы, это христиане, посланники от имени кого? Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Примирение — это сведение двух врагов вместе. Когда сходятся два врага, обе стороны должны договориться. Бог сделал свое дело. Он уже примирил мир с Собой, поэтому Бог убрал барьер между ним и грешным человеком. Но это примирение будет неполным, если другая сторона не скажет, «Да, мы его принимаем. Благодарим Тебя, Боже». И наша работа, как христиан, сказать миру, «Перестаньте убегать от Бога». Он уже примирился с вами. Он больше не смотрит на вас, как на грешника в своем сыне. Но Он не может навязать вам это примирение. Он хочет, чтобы вы его приняли. У нас часто возникает мысль, что я должен быть хорошим, я должен покаяться, прежде чем Бог примет меня. Пожалуйста, откройте 2 главу послания к римлянам. Я хочу, чтобы вы увидели здесь кое-что важное. И когда я перейду к главе 2 послания к римлянам, я задам вам вопрос. Что происходит первым? Покаяние или спасение? Спасает ли нас Бог, потому что мы раскаялись? Или мы раскаиваемся, потому что Он уже нас спас? Какой вариант верный? Потому что очень много путаницы в этом. Посмотрите на 2 главу послания к римлянам. Посмотрите на стих 4. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия». Вы нашли это? «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к чему? К покаянию». Пожалуйста, не говорите людям, если вы верите, исповедуйте свои грехи и покайтесь, и Бог поместит вас во Христа и спасет вас. Нет. То, что вы должны сказать людям, это пока вы были беспомощны,
пока вы были безбожны, в греческом слове, в греческом языке есть слово «нечестивые», пока вы были еще грешниками, даже когда вы были врагами Бога, вы примирились с Богом смертью Его Сына. Если вы мне не верите, Римлянам 5 глава, стихи 6 по 10. Мы были беспомощны, мы были нечестивыми, мы все еще были грешниками, мы были врагами Бога, и мы примирились с Богом. И результатом является христианская жизнь. Когда вы понимаете, сколько стоило Иисусу спасти нас, чтобы простить нас, мы становимся такими, как Павел. Для меня жизнь — это кто? Христос. Вас никто не заставляет, никаких стимулов. Любовь к Богу побуждает вас жить для Него. И затем Бог перевернет мир через нас. И это цель. Поэтому, пожалуйста, помните, что послание Галатам состоит в том, чтобы избавить нас от этих смешанных, запутанных идей спасения. Я должен делать все возможное, а Христос исправит что? Остальное. Если у вас есть книга «Вера и дела» Эллен Уайт, пожалуйста, прочтите первую главу, где она говорит, что в тот момент, когда мы добавляем человеческую деятельность к нашему спасению, мы ничем не отличаемся от римского католика, который должен покаяться ради своего спасения. Вы можете быть адвентистом и при этом принадлежать к Вавилону. И это моя молитва, друзья, чтобы вы знали истину, и истина сделает вас какими свободными. Есть вопросы? У нас есть еще несколько секунд или минут. Братья, 5 минут. Вы видите, почему послание Галатам так важно? И, кстати, у меня есть книга. Послание Галатам. У меня есть книги там, в библиотеке. И одна из них — книга «Послание Галатам», где я подробно рассказываю о книге «Послание Галатам». Потому что каждый адвентист должен понимать послание Галатам. И я молюсь о том, чтобы вы изучили эту книгу и возрадовались во Христе. Помолимся. Любящий Отец, еще раз благодарим Тебя за истину, которая во Христе. Мы благодарим Тебя, что во Христе мы уже получили полное и совершенное спасение. Мы не можем добавить к этому. Мы не можем улучшить его, потому что мы уже были приняты в возлюбленном. Мы находимся завершенными в нем. Да, обратим теперь наши взоры ко Христу. Не только как источнику спасения, но и в знак признательности, что мы можем стать истинными Твоими посланниками, говорящему миру, что они уже примирились с Богом через Его Сына Иисуса Христа. Им остается только принять это примирение и завершить процесс. Мы молимся об этом. Во имя Иисуса. Аминь. Да благословит вас Бог. Завтра я собираюсь пройти главы 5 и 6 вместе, потому что это мой последний день. Хорошо? Итак, пожалуйста, прочтите 5 и 6 главу.